В Эгейском море затонули сразу три судна с мигрантами. Они пытались по традиционному уже маршруту добраться из Турции до Греции, чтобы затем продолжить путь дальше в страны Центральной и Северной Европы. По данным береговой охраны, погибли 44 человека, в том числе 20 детей. Поток беженцев не иссякает, несмотря на то, что государства Старого Света одно за другим вводят ограничительные меры. Возможного закрытия границы не исключает теперь Финляндия. В Норвегии полиция арестовала несколько десятков беженцев, прибывших через Россию, ожидающих высылки обратно. Это произошло после того, как с территории центра для мигрантов сбежали несколько человек. В ночных клубах Дании вводят для приезжих языковой контроль. Попасть внутрь смогут только те, кто владеет датским, английским или немецким. Аналогичные заведения германского Фрайбурга, как сообщает местная пресса, вход мигрантам запрещен вовсе.